Рассказываю про ветряк и где он находится. Конечно же, я его не купил, а просто приехал на электростанцию посмотреть. Тут действительно нет заборов и запрещающих табличек. Внутрь войти не получится. Написано, что нельзя. Но можно близко подойти. На ощупь он, как прохладный бетон. Прямо под винтом стоять очень страшно. Вы только посмотрите, какой он огромный! Ветряк добывает электричество из кинетической энергии ветра от 2 до 8 мегаватт в зависимости от скорости и модели. Этой мощности хватает на 500 квартир. Лопасти, кстати, могут вращаться каждая вокруг своей оси. Так, ветряк подстраивается под разную скорость ветра. Ветряки обычно строят группами и объединяют в электростанции. Я видел ветряки с круглой и квадратной попкой. С круглой попкой на Кипре, а с квадратной в Испании.